двух словах, как получилась авария? Я ехал, он меня заехал, ну что? Мы ехали в этом ряду, в третьем? Да, ну я, короче, перестраивался, и он меня заехал. А он, короче, ехал из центрального входа, из центрального ряда ехал. И, получается, заехал на... Вы ехали во втором и хотели перестроиться в третий? Да, ну в то же время. И он тоже хоть и перестроился в третий, короче. Водитель, который уехал, он, ну, я так посмотрел, что он был свидетелем, то есть он мне все детально рассказал. То есть... Ну, а что он говорил? Он сказал, что вот этот, ну, на «Жигуле» водитель, он стоял в кармане с остановки. Ага. Но и как только тронулся, он сразу выехал в крайний левый ряд, ага. Начал выезжать. Только высунул морду в крайний левый ряд, едет мотоцикл. Ну, водитель, видать, увидел, он дернул вправо. И мотоциклист, он понял, что машина есть, он ее слева не обойдет, тоже дернул вправо. Ну и